Сладкий перец. Меньше стрессов, больше урожай. При уходе за перцем важно уберечь его от стрессовых ситуаций. Причиной осыпания цветков и завязей, формирование мелких плодов могут стать перепады низких и высоких температур, нехватка света, особенно в начале роста, недостаток влаги во время цветения и завязывания плодов, перегрузка растения плодами. Так что перцу необходим ваш заботливый и грамотный уход. При повышении температуры ему требуется больше влаги. Недостаток воды перец переносит так же болезненно, как и ее застой, особенно в холодную погоду. Поэтому главный залог успеха – поддержание почвы в умеренно влажном состоянии. До цветения перцы можно поливать дождиком. В период цветения и плодоношения поливайте только под корень. Перец растет вначале в длину, потом в ширину и только в самом конце начинает утолщаться стенки. Если именно в этот период не обеспечить перец нужным количеством влаги, плоды будут тонкими, сухими и мелкими. Перцы хорошо отзываются на рыхление почвы. Приток воздуха к корням ускоряет их рост и развитие. Поэтому не допускайте образования корки на посадках перца. В период массового цветения окучьте перцы. Во влажной и рыхлой почве плоды будут наливаться на глазах. Не забывайте кормить перец. Как это делать, можно посмотреть в моем видео «Меню для перца». Ухаживайте за сладким перцем, а за это он стабильно будет дарить вам свой яркий и богатый урожай. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты –